Вот мы приехали с разъезда с братьями. Мы привезли сегодня 5 машин, привезли туда камни, отвезли сваи и одну машину полную, да? А? Много камней нагрузили ему? Нет, третья часть может там. Третья часть. Ну, ему что-то делать надо. Все. Тут потом нужно взять. Вот это возьми с собой, пойдешь и тащи домой. Ладно. Вот у нас саманный, заросший тоже уже, скашивать надо до конца. Вот наша картошечка, тоже уже окусить пора постепенно. И сидят. Бежали. Вот наши гости работают здесь. Это брата Романа, малыша, участок. Лук тут у него растет. Капуста. Это бобы, видимо. Это здесь вот у нас что, помидоры у него растут. Это все матушка ему помогала. Целый участок у него засажен помидорами. Даже перчики у него. Вот там не видно их. Вон горошек у него. А это что у него за растение тут такое? Это фасоль. Фасоль, да? Угу. Непонятная. Карася. Раздавил, да и все, еще их рассматривает. Ну как у вас тут? Галина Александровна. Все замечательно. С Натальей. Забыл отчество. Что можно без отчества? Да, меня обязательно по отчеству. Непременно. Нас тоже, слава богу, 5 машин привезли. 5 машин? Камня, но этого загрузили на первый мостик. Что-то говорят, сегодня гром обещали, но без дождя. Да уже пора бы дождь, земля да. Пересохла. К концу недели только обещают, по интернету, по крайней мере. Обещают, обещают. Лена обещала нам аномально жаркую погоду. Лена, ну... А как? А устроит все Господь. Да. Человек предполагает, а Бог располагает. Если враг, голоден, пора. Просто что-то там умничает. Работай давай. Ну что, Илья, как у тебя трудовые успехи? Нормально. Нормально, да? Нормально. Полол дома? Огороды. Огороды раньше полол? Ну только тяпкой. Тяпкой, да? Один раз. Видишь, это сорняк легкий, вот который ты сейчас. Легко с ним работать. Вот осот, да, колючий. Крапивка, если попадется. А как, Вика, а тебе тоже работается? Скажи, это обычное дело, да? Ух ты, ничего себе, у кого у вас? Да тут это опять. Осот, ну. Еще муравьи здесь. Муравей еще? Ну возьми какой-нибудь, я не знаю, солому возьми, что ли. Вокруг корня обверни и выдерни. Радостно, да. Травой, да, вот травой. Колорадов? И облака, и дует. Все равно жарко. Колорадов казнить надо. Я голодный. О, покажи какой. До того, как пойдет дождь. Какой у тебя цветок красивый. Я голодный. Да, я знаю. Так, ну, руки. Дядя Володя. Да. Надо нам еще сходить покупаться, пока дождь пойдет. Конечно. Пока дождь не начался. А зачем купаться? Дождь пойдет, уже купаться не надо. Да нет. Раздевайся и вперед, душ принимай. Интересно. 11 минут первого. Да не поплавай. Подождем, не поплавай. Леонида уже все лежит.
Так. У нас тоже тут уже заросло все. Не все, но тоже уже полоть надо откручивать. В этом году матушка посоветовала, тут, говорит, на возвышение у вас огород. Можно, говорит, арбузики посадить. Вот, посадили здесь арбузики. Вот у нас две грядочки, вот арбузы растут. Вот еще, говорится, до арбузов далеко. Обычно в августе месяце только мы начинаем есть какие-то плоды от них. Сейчас только еще июнь. Ну, вот так вот. Все, слава богу. Вот соседский огород. Там тоже Людмила Немчук. Тоже арбузики у нее тут. Хорошая. Это она нам посоветовала сделать с пленкой. Тогда больше воды, влаги надо меньше, и лучше растут. Вот так вот. О, Роман вываливает. Камень вывалил. Тоже с разъезда привезли. На фундамент себе для будущего дома. Так вот, слава Богу за все. Аллилуйя.